Региональный проект «Мой дом» создан по инициативе губернатора Самарской области для того, чтобы поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Многие председатели товариществ собственников жилья и руководители управляющих компаний не знают, как решить юридические вопросы. К примеру, существует закон о тишине, согласно которому нельзя громко слушать музыку или проводить ремонтные работы после 11 часов вечера. Но куда обращаться, если кто-то из жильцов его нарушает, не всем понятно. Или вопрос установки шлагбаумов во дворе. Для их появления нужно оформить землю вокруг многоквартирного дома в собственность. На семинарах поясняют, что для этого нужно сделать. С управляющими компаниями мы, когда встречаемся, конечно, это работа с должниками. Это очень такая серьезная тема. Это у нас управляющие компании, так же, как и жители, сталкиваются с тем, что у нас есть недобросовестные жители, которые квартиру ведут в запущенном состоянии, и очень сложно с ними решать вопросы. Самый важный вопрос, который мы обсуждаем на данных мероприятиях и, в принципе, в рамках проекта «Мой дом», и для чего народился проект «Мой дом» по поручению Дмитрия Ильича, нашего с вами губернатора, это практическая помощь и перевод с достаточно сложного нормативного языка на обычный живой язык, чтобы председатели МКД понимали, как применять те нормативные вещи, которые принимаются у нас для защиты интересов собственников. Мы знаем, что у нас есть право, но, к сожалению, зачастую мы не умеем его применять. И говорим, что право не работает. Но право – это не вера, право – это инструмент. В прошлом году в рамках проекта прошло 148 семинаров-тренингов. В них приняли участие около 4500 представителей общественных органов управления многоквартирными домами, а также представители районных администраций, депутаты, специалисты Государственной жилищной инспекции региона, фонда капитального ремонта, регионального оператора по обращению с коммунальными отходами и представители ресурсоснабжающих организаций. За год поступило свыше 1300 обращений граждан по различным вопросам, которые были полностью отработаны. В этом году проект продолжил работу. В первом семинаре приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, главы районов, депутаты, председатели МКД и ТСЖ. До конца года мерами поддержки для органов общественного управления многоквартирными домами в Самаре планируют охватить до 94% председателей органов общественного управления. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.